А вот и мы. Труп. Труп. Перезарядить. И то верно. Я впервые вижу такое. Ну ладно, не впервые, но... Ну и что? Гаусс заряжать, фонарь заряжать. Да вообще. Хорошо. Можно было бы так айфон, знаешь. Хорошо, хоть Гаусс сам по себе не садится, нет назад. Ай. Это здесь вот это, но там кое-что есть еще. Что? Вот тут, например. Валяется трупик. Или это там выход. Короче, здесь. Я не хочу, чтобы ты это пропустил. Кое-что. Дай обожаю мне, кое-что. Ты сам не знаешь управление. Конкретно, что. Кое-что это все так и не попал. Лутальщик мод активирует. Да, какие-нибудь попробуем. Перезарядка. Нет. Нет. О! Сколько? Неплохо, да. 6.30. Ну все. Там у меня. О! Дверь можно и перезарядить. До первой стычки. Во. А потом. О. Там, вот. А стоп. А почему тогда медведи были и все такое? Какие медведи? О, прыг, забрать. На машинку. И обратно. Показал, что какая-то тварь. Ладно, куда мне? Смотри, куда тебе? Нет, не туда. А туда вообще можно? Не знаю. Можно попробовать, господи. Даже не знаю. Не знаю, водичка. Сжигает водичка. Короче, все, забьем. Не. Потом можешь к ним вернуться, не. И не. Здесь можно болеть потом. Они везде валяются. Знаешь, он такой прыгает на тебя. Ох, как я бы обосрался. Но не он. По идее, на меня прыгал страж. А вот это я. Да, вот. Вот у этого парня есть. Рад, что справился. Я, честно говоря, думал, что ты уже жмур. Ну да. Он тот парень. Отлично сработано. И вот, нет, это все кусок башки. Ну все. Есть с бурбоном теперь. Там ты мне. Возьми ты гаус. Я возьму. Там потому что демоны, как бы. Я масляную поймал, пацаны. Я бы не шел наверх, а пошел бы направо. Да. И вниз. Ищет меня всяким подвалом. Очень много трупов. Труп такой. Умираешь, сразу же иди в подвал. До следующего Артема. Блять! Что? Демон. А-а-а. Огонь. Все. А у меня нарал. Демоны! Ты стрелял в него. Слышишь это? Нет. Я слышу. Давай понемногу отходить. Кто с гаусом ходит? Заряди его на максимум, перебей все. Ну, он и так неплохо справляется. Нет. Живой? Нет. Главное что? Помнишь, Артём? Помнишь? Главное, желтый снег не есть. Помнишь? Сам сказал, сам поржал. Да прицели ты его, а? Какой надо... Интересно, насколько я высокий?
Ползал. Пока. Ладно. У тебя что, бесконечная обойма? Да. Ой. Огонь. Пойдем, наконец. Бля. Вот этого тоже пристрели. Огонь по демону. Заряд кончается. Ладно, сваривай, это уже не убить. Что значит не убить? Да. Умри, бля. А в кому он стреляет? Подожди, не подходи. Погоди. Прекрасно, он сверху. Отстреливаюсь прям. Все гауско, все ты. Мы возвращались в метро. И я чувствовал, что мне в нем уютнее, спокойнее, чем в городе, где я когда-то родился. Где же мой настоящий дом? Да хоть на Сухаревской. Тем более, что мы заканчиваем. Слушай на этом сюда. Серию. Станция. Пока-пока. Пока.